Венгрия использует все возможные политические и законные рычаги для борьбы с антисемитизмом. Вице-премьер венгерского правительства Тибор Наврачич заявил об этом в Будапеште на открытии международной конференции под названием «Еврейская жизнь и антисемитизм». Журналисты назвали его речь одним из самых жестких заявлений по этому вопросу, что звучали из уст венгерских политиков. «Мы учим уроки прошлого. Мы знаем, что происходило, и мы не позволим этому случиться опять. Демократия защитит себя от любых разжигателей ненависти». В Венгрии в последнее время отмечают весьма заметный рост антисемитизма. Участились осквернения синагог и нападения на евреев. В значительной степени это связывают с деятельностью ультраправой партии «За лучшую Венгрию», известной как «Йоббик». Она сейчас является третьей по численности в парламенте страны.